Сейчас выхожу. Выхожу. Снайпер один. Выходит на голову. Есть пауза с пушей в милях. Пиздец, вот это неожидан был. Он, короче, взлетает. Меня убивает черные экраны. Сервак. Я просто комп еще не разобьем, так сказать. Сервы. По-моему, меня наконец-то подтопали. Еще сервы сколько? Мидл, снайпер, коцаный. Они пулемет взяли. Причем он убегает, сразу же стреляет в меня. Ну, у меня слепо уже встречает. Соси чебурек. Соси чебурек начальника. Пулемет так. Пулемет. Я. Блин, мне не стоит. Не стоит? Ага. Проблема, да? Да, не стоит. Топ. Задрали. Компы. Еще один. Выходит, выходит наверх. Компы один. С Б. Ой, с Б, с мида. Один поджаренный сел, а там два. На, проходит. Чувак попал в ступор. У него, короче, бутылочка беленькая еще осталась. Он решил добить колян, а нас не позвал, блядь, пидорас. Сука, алкашку не сделал. Мидл чисто. Ура! Парни, ты большой. Б зафильтруя. Блин, почему тут именно в тот момент, когда я не закрыл? Они коцаны. Б в тёмке один сидит. В тёмке один сидит. Пиздец, блядь, я секунд подхожу только-только к крану, блядь, а там уже идут, нахуй. Куда колян отошел? На 10 секунд сказал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сервы 3. Обхожу. У них один тоже в ВПК стоит, его на базе было. Еще один серф. Два, два. На А заходит один. О, компы один. Нихуя. Минус. Ты один. Какой-то маленький пиздец. Как вы с этой XM8 играете? Она ж отстойная. Короче, тут какой-то маленький пиздец. Когда больше ничего нету, начинаешь либо играть. У чувака паника случилась, он меня рандомно убил. Либо хуй знает что. Дядя. Хуй на дядя. Че, я на пошла? Колян, 30 секунд прошло. Че, мне куда? На мид? Ты? Да, блин, паблик играет сейчас. Мидл бегут. Ну стили, жив там. Пошел на мид. Все, если на пройдешь, ништяк будет. Я побегу, аж смотри. Оп, блять. Сзади меня. Бегу. Мини. Тарзан, блять. Я не ожидал.
Так я тоже. Я знаю пароль. Я вижу ориентир. Еще 100 таджиков, и я спасу мир. Чё мне надо разобраться? Поэтому надо хуй нашу. Не давайте. Я на оставлю. Сверху один. Справа. Ой, какой красивый. Один на Б, пацан. О, Пикачу хуй на драчу. Это он меня послал нахуй. Пикачу, там где хочу, там и драчу. Пикачу канал. Кто пришел, Пикачу? Да, Милка. Уилка, у него большая дыра. Данилка, я тебе жену нашел. Твоя невеста. Не спрашивай, где я. Я кушал и пиво пил. Один вверх кидаю. Пикачу на кидаю. А тебе ласт вверх. Вот. Тихо, паника. Не дам я ему уйти оттуда. Я это, слышь. Не дам ему уйти без заплаты. Ну да. Если ты не дал, заходи на сайт individual.ru. Вверх два прибыл. Топорики. По-моему, мне СМИ до пизды дали. А двое. Там ещё не было. Сзади, наверное. О, да, где-то. На, обдувал мне просто. Я поставлю. По-моему, кто-то мне бомжанул ствол. Веньте. Вот так, по-моему, бомжанул. Вообще заебись сюда, еще я тоже заебись. Когда я? А вот нехуй с моим стволом. Вот что называется, нехуй с моим стволом бегать. Это ж мой ствол. Видишь, не чужое. Подсосал, получил пизды. Да я себе ее оптически не могу выбить никак. Блять, мне подписчик дал 40 капсул, я с третьей выкрикнул, мне похуй. Меня тикнули. Блять, я даже не успел еще написать. Меня плачет. Данил, ты заходишь, да? Угу. Ну что, паблик не нравится? Что, Данил? Ты паблик не нравится? Нет, КВ. Это Данил занесу, не понимаете. Похолодить, я думаю. Давай. По идее, мне надо, чтобы Паша пришел, чтобы вместо меня, потому что меня, блядь, тоже дохуя дернул, хуй силы. Короче, во, Колян пока похавает, а я еще пока поиграю. Точно.